Ребята, выполним три упражнения для снятия напряжения с верхней части тела. Встаньте из-за парт. Пятки вместе, руки внизу, лопатки сведены, смотреть вперед. Каждое движение имеет свой счет. Запоминайте. Начинаем. Поднимите прямые руки вверх. Раз. Перевели руки за голову. Два. Подняли вверх. Три. Опустили вниз. Четыре. Повторим быстрее. Руки вверх. Раз. За голову. Два. Вверх. Три. Вниз. Четыре. И еще разок. Раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Второе упражнение поможет слегка растянуть боковые мышцы туловища. Встаньте ноги врозь, руки поднимите вверх и сделайте замок. Ладошки должны быть направлены вверх, руки прямые, смотреть вперед. Приступаем. Наклонились влево – раз, вернулись – два. Наклонились вправо – три, выпрямились – четыре. Продолжаем. Влево – раз, выпрямились – два. Вправо – три, выпрямились – четыре. Повторим. Раз, два, три, четыре. Очень хорошо. Закончим динамическую паузу ходьбой на месте. Поднимите прямые руки вверх и на 8 счетов поочередно поднимаем согнутые ноги вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стой. Опустите руки. Молодцы. Продолжаем урок.